Здравствуй, дорогой юный друг. И снова фикс прайс. Снова фикс прайс. Значит, вот такая штука. 100 рублей. Наколенники. Так. И они здесь, смотри-ка, с такими вот резиночки, с такими вот штуками, как они, липучками. Одна вот такая резиночка с липучками просто так для каких-нибудь целей уже 100 рублей стоит. А тут еще и наколенники. А наколенники в строительном магазине стоят рублей от 500. Ну, давай померяем, что ли. Ну, так. Чисто, чтоб, не знаю, полы может мыть на коленях. Я, значит, что заметил, когда моешь окна, а сейчас весна, у нас, по крайней мере, весна, местами еще сугробы лежат, и скоро потеплеет, можно будет мыть окна, пока совсем тепло не стало. И я заметил, когда мыл окна, очень больно по подоконнику лазить вот это на коленках. Коленки прям болят, вообще ужасно. Когда стоишь на колене, там это окна эти натираешь. Вот, рекомендую купить самый дешевый вариант наколенников. И сдается мне, что, ну, работать будешь на одном колене, в принципе, да? Может быть, не на двух будешь стоять, а в основном-то, наверное, на одном. Поэтому, мне кажется, можно одно вот так перецепить. Сразу на два. Вот. И будет вообще огненно. Смотри-ка. Двойной такой наколенник. Вот уже на нем можно спокойно стоять. То я всякие полотенца подкладывал. 100 рублей и проблема решена. Весна и осень, когда у нас окна моются. Весной, осенью, два раза в год они будут нужны, как минимум. Так, еще, значит, фонарик для того, у меня вообще есть второй велосипед, правда женский, правда какой-то он не очень рабочий. Смотри-ка, для велосипеда такой фонарик, резинка. Чтобы вода сюда не попадала. Вот такая резинка. Гениально. Гениус. Так. Там, естественно, батареек нет. И это портит мне все впечатление, как я. Там зритель сидит, нервничает. Давай быстрее. Следующее говно показывай. А, вот сюда вот батарейки вставляют. Сейчас притащим батарейки. Батарейки в собаке, где вы там? А, вон две каких-то валяются. Безнужные. Сейчас будем их проверямбу устроим. Закрою, правда, потом открывать. Так, один режим есть. Ну, главное... Пятый и шестой, до хрена режимов. Ненавижу, когда много режимов. Я бы хотел фонарь с одним режимом где-нибудь найти. Уже хотел в Спортмастере покупать за 300 рублей. А тут есть за 50-55 в фикс прайсе. Вот. Маман у меня ломает фонари прямо как раз в две поездки, так что нафига и покупать за 300 рублей, когда можно купить 6 фонарей за 50 рублей. Все равно она его ухерачит. Вот. Ну, а так, велик дома. О, видишь, я уже его хренанул маленько. Так как велик дома, может быть, на нем можно покататься какой-нибудь девушке.
Посмотрим. Скоро-скоро будет заезд. И вот ищу спутницу. Ничего не надо. Просто выходи, велосипед, садись, поехали. Так, Джуси. Интересно укрепляющая детская зубная паста. Сейчас мы будем пробовать слабонервным отойти от кассы. Так, она у нас запломбирована, а это круто для таких маленьких детских паст. Так, и за что я люблю детские пасты? У детских паст есть несколько плюсов. Во-первых, детские пасты, они обычно без отбеливания. Мне вот лично отбеливание не нужно. В основном все зубные пасты, которые продаются, 90% зубных паст, они с отбеливающим эффектом. Мне отбеливающий эффект нафиг не нужен. Я не курю, кофе пью крайне редко. Да и если пью кофе, то только с молоком или сливками. Так что, да и рожа у меня так устроена, что я как бы не улыбчивый такой, знаешь, не как американец. То есть у меня, мне особо нафиг не нужна эта голливудская улыбка, так что мне, зачем мне портить зубы отбеливанием, не вижу смысла. Поэтому вот это первый плюс детских зубных паст. Второй плюс, в принципе, их, если что, можно случайно проглотить. Третий плюс, детские зубные пасты, они вкусные, в отличие от взрослых. И еще один плюс, уже не помню какой, детские зубные пасты в маленьких приятных тюбиках, которые можно брать вообще с собой. Вот. Там в больницу, в поездку, на работу даже, на работе можно. Что такого? Вот. И просто вот зубы почистил, не почистил, без разницы. Вот выходишь из дома, идешь куда-то там на какую-то встречу, просто на всякий случай, даже не, ты же не знаешь, пахнет у тебя изо рта или нет. Просто берешь, набираешь чуть-чуть, самую малость в рот, полоскаешь, сплевываешь, и все, и у тебя более-менее свежее дыхание. И естественно, это гораздо круче, много круче, если оно еще и пахнет каким-нибудь, в данном случае, вишней. Я, пожалуй, затарюсь такой, даже можно зубы чистить. Гидрооксиапатитом кальция. То есть тут, грубо говоря, что-то типа кальция. Более-менее какие-то трещинки могут даже немножко восстановиться, совсем чуть-чуть, на молекулярном уровне, временно. Но тем не менее. И шарага, довольно известный сплет. Так что вот это вот у меня, наверное, пойдет в десятку, в топ лучших товаров года. Так. Смотри, в конце года я, в начале года, я подвожу итоги. А итоги подводят меня. Такое, значит, зеркало. Давно я уже плюнул на эту идею гонять зеркалом. Раньше хотелось, сейчас что-то не особо. Вот, зеркало в фикс-прайсе стоит 100 рублей. Такое вот крутое, как бы, да. А в Спортмастере зеркало убожеское, такое вот маленькое, на такой маленькой короткой ножке. А зеркало в Спортмастере стоит рублей 500. Нет, 400. Такое, как я бы сейчас показал, но лень искать. У меня есть такое же точно за доллар с AliExpress. Вот. Но, правда, оно немножко выпуклое. Что-нибудь там видно хоть? Все как-то... Ну, ножка длинная, я думаю, получится его настроить в итоге. Надо еще смотреть. Также есть зеркало такое. Это куплено за полтинник, за те же деньги, в автомобильном магазине. И его сюда можно, если что, даже пришпандорить как-нибудь. Плюс его в том, что оно выпуклое, и в нем вообще хорошо все видно.
О да, вот это да. Тут такой обзор, просто все, все как на ладони. И у меня была идея, до того, как я увидел зеркало в фикс-прайсе в продаже, у меня была идея просто вот это зеркало, здесь вот вырезать такие две щели, на вот такую штуку примерно посадить на руку, да? Ну, как часы. У тебя на руке такое зеркало будет. Едешь и как бы так руку сделал, оп, глянул. Так что лайфхаки. И вот такая вот штука. Не знаю, зачем купил. Что-то она мне приглянулась. Тут стегозавр нарисован. Что-то он как-то не очень похож. Это значит, можно вот так вот его наклеить. Типа на такой вот хрень. Эти штуковины, они отклеиваются, они уже снутри. Он такой 3D, то есть он выпуклый. Эти штуковины, они такие наклею чуть-чуть. Так, сейчас паузу поставим. Значит, когда-то давно в речке нашей вонючке был найден вот такой камень. Это настоящий камень, там какой-нибудь сланец. Ну, пока что на нем ставятся чашки, всякие чайники. Как бы такая подставочка бесплатная, природная. Вот, и я сразу, когда увидел, смотри, как ровно. Сразу, когда увидел этого динозавра, мне сразу идея пришла в голову. Давай-ка его зафигачим. Так, где у нас хвост? Вот хвост. И по инструкции. Ну вот как-то так. Если не придираться. Получше камень найти, побольше, пошире. По фактурнее, чтобы видно было, что это камень. И круто бы получилось вполне. Как настоящий. Все хорошо. Привет. Привет всем Ольгам. И там. Не скучай без меня. Собственно, так снимается. Так вот я сделал. Тут двухсторонний скотч. Тут резинка. Вот так пропустил. Там зашивать не стал внутри два конца. А просто на булавку посадил. И все, и вот так можно на руку надеть. Едешь на велике и смотришь, нет ли сзади другого транспорта.